В нас в гостях тепер Ігор Тарнопольський. Вас називати продюсером. Як вам удобно? Можна і добре. Так. Це продюсер. Сталося те, чого ми мали б очікувати. Вас не пустили на територію Російської Федерації. І це сталося в Шереметьєво. Чи я так розумів? Розкажіть, будь ласка, як це відбулося? Ну, да, все было в Шереметьево, в терминале Д. Мы в 9 утра прилетели в Шереметьево, вышли из рукава из самолета, дошли до приграничного контроля. Значит, что произошло? Все мужчины нашего рейса, отдав свой паспорт, тут же были документы наши отложены и переданы людям в штатском. Ну вот, значит, нас попросили подождать, всех женщин пропустили, нас так рассадили в там достаточно большой зал приема пассажиров, вот, и по одному начали вызывать вот так в коридоре, как бы по фамилиям, как на перекличке, вот, и просили подойти поближе, значит, чтобы пообщаться. Вот, значит, люди в штатском, в принципе, не представлялись. Ничем не аргументировали наше задержание, а просто начали задавать вопросы, в принципе, стандартные. Зачем приехали, надолго ли приехали, сколько есть с собой наличных денег, какие у нас там родственные связи, значит, с гражданами Российской Федерации. Ну и, в принципе, такой был первый опрос, пятиминутный. Вот, мне, например, сказали, я летал на один день, у меня брат живет в Москве. Вот, на что мне сразу вот этот человек в черном костюме сказал, что ну как, на один день без денег. Я говорю, у меня на карточке все деньги, нет с собой ни рублей, ничего. Ну понятно, следующее, значит, вот так как-то они отсекали людей, которые приехали на несколько дней. Вот, и мы отправлялись дальше ждать, в общем, своей судьбы. Вот, тех людей, которые приехали, транзитом летели через Москву, их через несколько часов отпустили. Вот, те, кто опаздывал на рейс, в принципе, отпустили достаточно быстро. Но человек 20 с нашего рейса оставили в Москве на протяжении 9 часов, даже чуть больше. Вот. За это время что? Мы прошли несколько допросов. Вот, два из них было в такой как бы форме достаточно официальной. А так, простите, да. Вот вопрос, вы хотя бы понимаете, из-за чего это случилось? Ну, дело в том, что те, кто скажем, были настроены так общаться в деловом тоне с ними, не получили ни одного ответа, да, то есть ни с кем мы разговариваем, ни по какой причине нас задерживают, ни как долго это продлится. Ни на один запрос решения каких-то бытовых там проблем, например, поесть или попить, тоже не было никаких ответов. То есть ответ был один. Мы не уполномочены ничего объяснять. Мы просто задаем вопросы, вы отвечаете. А как вы думаете, из-за чего это могло быть? Ну, это легко связать с антивоенным митингом, который был в Москве. Но учитывая, что у нас вначале было человек 20, потом прилетело еще два рейса из Донецка, и нас стало там человек 80, я не думаю, что это могло на что-то повлиять, но у меня такое было ощущение, что есть просто какая-то разнарядка такая у них сверху, что мы пока людей держим, а дальше посмотрим. Вот, поэтому причин нам никто не объяснил. Вот, в принципе, работал интернет, я следил по трансляции «Дождя», как проходит митинг. Ну, ничего такого страшного в этом не было, но сам факт задержания они ничем не объяснили. И в конце всего этого, значит, появился пограничник уже в форме, появился с нашими паспортами и вложенными посадочными билетами. Опять же, сделал перекличку. Вот 9 человек с нашего рейса пошли вместе с ним, сели в самолет. Паспорта отдали командиру экипажа. Вот, то есть я, например, даже не знал, есть мой паспорт там или нет. Вот, мне его никто не показывал, я не знал, поставили в него какой-то штамп или не поставили. Но в итоге мы таким образом долетели в Киев, нас встретили пограничники уже украинские, отвели, значит, в отдельное помещение, быстро опросили, что происходило,
И, в принципе, всем раздали паспорта, после этого все разошлись. Ну, я хочу сказать нашим телезрителям, что мы готовимся к тому, что вот-вот уже должны появиться результаты первого экзит-пола в Крыму, референдума, который в Киеве, я буду подчеркивать это все время, поскольку мы находимся в такой двойной реальности. С одной стороны, произошло событие, которое мы освещаем, с другой стороны, это событие не признается даже в городе, в котором мы это освещаем, в Киеве. Соответственно, мы будем говорить, что референдум, который прошел в Крыму, но не признан в Киеве, так вот результат этого референдума пройдет, первые экзит-полы появятся буквально через 13 минут. А я перед этим хочу показать, что произошло сегодня еще в Днепропетровске, поскольку в Днепропетровске тоже, не самый, скажем так, спокойный город сейчас. Так, там прошло два митинга. Я попрошу их показать. К нашему законно избранному президенту Януковичу создать в городе Днепропетровске городской погорщик. Я принимал присягу Советскому Союзу. Мы можем сегодня создать народный союз славянских. А Путин, Владимир Владимирович, я тоже, между прочим, Владимир, не хочет говорить с этими, как говорится, людьми, с этого государства. Оно новое государство. И не они создали его, а создал рабочий крестьянин. Россия! Россия! Враження дуже рої. Да, різнокольорові. Ні, ви прийшли сюди як? Пікетувати їх чи просто поспостерігати? Їх пікетувати. Та я ж не. Яких дій очікуєте від цієї групи? Провокація. Можливо, і штурм облради, і горсовєту. Все, що буде. Ви поки що спостерігаєте, а потім як будете перешкоджати чи як? Чи ми потім їх поцілуємо, дадімо чемодан на правильну сторону. Заряджайте! Комуняку! На гріляку! Комуняку! На гріляку! Вокзал Росії! Повертаємось на спочивання, відпочивати, бо хлопці замерзли. А ви що, охороняєте якісь адміністративні будівлі? Так? Ми захищаємо мирні зібрання від проросійських провокацій. А що, на нас не тиснули? Нормальні хлопці прийшли і сказали, ми не будемо працювати з цим злочинним режимом. Нам потрібна ваша підтримка, нам потрібні ви. Без вас ми нічого не зможемо зробити. Багато нових людей. Давайте спілкуватися з ними, давайте їх долучати до наших громад. Ті повинні пам'ятати, треба включатися в люстрацію. Я дуже на русском розмовляю, а зараз я слово надаю молодій красивій цій дівці. Як ставитесь до референдуму в Криму? Он нелегитимный и полностью не поддерживаю его. Дуже серйозна участь громадських організацій в різних країнах, які нам допомагають. Ті громадські організації, які займаються захистом прав людини, всі громадські організації тиснуть на уряд, тиснули на український уряд, на минулий український уряд і зараз тиснуть на свої уряди для того, щоб Україна якомога швидше увійшла до складу Європейського Союзу. Для того, щоб санкції щодо тих людей, тих чиновників, тих негідників, які ганьбили наш народ, щоб вони були найбільш суворі, як тільки можливо. Отже, це те, що відбувалося сьогодні в Дніпропетровську, а ми покажемо ще, окрім Дніпропетровську, такий же мітинг, але мирна хода вже пройшла в Кровограді. Ви знаєте, це не дуже далеко від Дніпропетровського, і зараз такі акції на підтримку військовослужбовців йдуть по всій Україні. Найбільш нам здалося яскрава акція пройшла в Кровограді. Ось ми вам її зараз покажемо. Путин! 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 Путин!
будете відправляти чи ні? Пока нічого ми не можемо казати. Молодці! Молодці! Я думаю, що більшість кіровоградців засуджують цей референдум, вважають його нелегітимним, засуджують дії Росії в Криму. Тобто ми вважаємо, що референдум, взагалі будь-яка демократична дія під дулами автоматів не може проходити. І кіровоградці буквально перший тиждень, як тільки війшли окупаційні війська в Крим, вийшли, було величезне віче. І зараз люди підтверджують, тобто дуже багато людей звертається, що ми можемо зробити. Допомагають, зголошуються квартири надавати для кримчан, зголошуються надавати кошти для наших військових, які в Криму. Тобто люди підтримують. Отже, це акція в Кіровограді, яка була на підтримку українських військовослужбовців, така хода миру. І в нас вже є перша інформація, що станеться з Кримом, якщо він приєднається до Російської Федерації. Так от, джерела у РБК, російського медіа, повідомляють, що економічна допомога Криму в случае его присоединения к России составит около 3 миллиардов долларов в год. Разбираться с расходами, возможно, придется вице-премьер-министру Дмитрию Козаку. Это тот самый чиновник, который занимался стройкой олимпийской деревни в Сочи. Об этом сообщают, как я уже сообщил, источники в РБК, это наши коллеги из России. Отже, ми продовжуємо. Тобто вас не пустили туди в Крим. Чи вам поставили якусь мітку в паспорті? Так, в Москву. Нет, ничего не поставили. То есть фактически мы не заехали на территорию России, поэтому никаких штампов ни туда, ни обратно у нас нет. Мы просидели в пограничной зоне, получается. Угу. А какие ваши действия? Вы будете сейчас пытаться попасть в Россию через Беларусь? Можно еще попасть, наверное. Или как? Или вы уже решили, что ну нет, так и нет? Ну, понимаете, у меня в Москве куча друзей, у меня живет в Москве родной брат уже там 12 лет, и ну, мне бы не хотелось об этом думать, как о месте, в которое нельзя попасть. Очень хочется верить, что в любом случае связь с людьми, которые там живут, она не будет никак прервана. Mm-hmm. Вот, потому что ну, ситуация дикая, я не могу себе представить, что мы не сможем общаться с людьми, которые живут в России. Я понял. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Я еще раз спасибо вам. Желаю вам удачи. Надеюсь, что вам все-таки удастся попасть в Россию уже, возможно, при других обстоятельствах.